Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, какую линейку красок использовать, промышленную или общестроительную. Промышленные краски – это линейка покрытий, предназначенных для работы на производстве. Чаще всего это краски, нанесение которых возможно с применением специальных краскопультов безвоздушного распыления. Промышленные покрытия разрабатывались под определенные задачи. Например, лак Aquatop Technos был разработан для дверных и оконных блоков, а Nordica Eco 3330 для деревянных фасадов домов в Финляндии, где климат ох какой жесткий. Общестроительные линейки менее требовательны к инструменту, могут использоваться для самостоятельной покраски кистью, но тут есть минус. Срок службы таких покрытий до рекомендованного обновления составляет от 3 до 5 лет. Если сравнивать с Nordica 3330, та служит до обновления до 15 лет, то преимущество профессиональных красок становится очевидным.